Первое это будет дом, баня. Эта семья Камаевых рассказывает о том, как собираются воспользоваться сертификатом для молодой семьи, вложить в строительство своего дома. С маленьким ребенком на руках такое подспорье весьма кстати. На съемных квартирах жить больше не хочется. Время в запасе есть, сроки, когда можно воспользоваться госпомощью, продлили. У нас с земельным участком были кое-какие проблемы. Продление сертификата – это нам только на благо. Теперь потратить сертификат на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья» на 10% можно в течение 8 месяцев. Раньше срок был полгода, а тем, кому положено 30-35% – в течение 9. Ход исполнения жилищной программы сегодня на заседании краевого правительства проверил глава региона Дмитрий Махонин. Среди поручений – начать принимать документы на поддержку через портал госуслуги. Мы должны сделать все максимально в цифре, чтобы люди, тем более это сейчас очень актуально, не ходили чиновникам, да, а могли через удаленный способ документы эти предоставлять. Максимальное количество документов должны собирать мы за людей, а не люди ходить и собирать нам документы, что-то доказывать. А муниципалитетам поручил увеличить скорость работы по обработке документов, чтобы уменьшить сроки ожидания. Очередь планируют сократить как минимум в 2 раза и за счет увеличения финансирования. В этом году она выросла с 500 миллионов до более чем 1 миллиарда. Текущий объем финансирования позволил нам существенно сократить период ожидания в очереди. Действительно, семьи раньше в очереди стояли 8-10 лет. Сейчас 2020 года период ожидания в очереди будет составлять 3-4 года. И к 2022 году мы уверены, что мы выйдем практически там 2-3-летний формат. А вот молодая семья Казанцевых уже воспользовалась своим 10% сертификатом. Раньше они жили с родителями в поселке, а в апреле переехали в новую трешку в Перми. В очереди стояли около года, рассказывает Елена. 545 тысяч, они, конечно, нам помогли. Мы использовали его как первоначальный взнос. Получается, у нас сразу же в оборот пошел уже. В рамках программы в ближайшие 3 года свои жилищные условия смогут улучшить более 7 тысяч молодых семей. Сертификат могут получить молодые семьи, возраст которых у супругов не превышает 35 лет включительно. Они нуждаются в улучшении жилищных условий, и у них есть собственные деньги. Направить сертификат можно на погашение ипотеки, на покупку жилья, его реконструкцию или первоначальный взнос в жилищно-строительном кооперативе. Марина Печенова, Александр Неверов, Вести, Пермь.